как говорится, как Гагарин говорил, поехали. Самару едут. То есть, ну, реакции видите, да, нормальная реакция на нормальных людей, которых осталось очень мало практически. Один-два я общался. На великах, Самару? Да, утром проснулись. Ну, не за один же день, естественно, потихонечку. В Башкирии, значит, мы стартуем от музея Сергея Тимофеевича Аксакова в городе Уфе, Кировский район. Отсюда двигаемся в маленький музей, в аэрокосмическую школу деревни Калиновка. Значит, из Калиновки утром завтра выезжаем в Давлеканово. Там новый памятник построен, значит, благоустроен. Мы там возложим цветы и следуем в Надеждино, в село. Там жил Сергей Тимофеевич Аксаков. Имение было разрушено до основания. От храма, который построили Аксакова, оставались только стены первого этажа. И вот благодаря Аксаковскому фонду, непосредственно Михаилу Андреевичу Чванову, значит, возрожден храм, музей, построен дом ремесел, памятник установлен Сергею Тимофеевичу Аксакову и, конечно, заложен великолепнейший парк. Следующий у нас Аксаково, и из Аксакова Борская, из Борского Самару. Маршрут абсолютно несложный, там нету таких больших подъемов. Ну и плюс там, что хорошо, очень красивая природа. Весь маршрут хотите проехать или да. Какие планы? Да, пока настроение на весь маршрут. Главное, чтобы техника что-нибудь подвела. Вообще, вы успеете, давно катались или нет? Давно, не катался давно. Ну, очень давно не катался, буквально 2-3 дня, несколько дней, так загружаться надо. Несколько дней буквально потренировался, порепетировал, как говорится. Но это как будто вот заново ходить нужно, потому что всем чужая техника, чужой велосипед и... С нуля. Нас на всем маршруте ждут аксаковцы. Будут встречи со школьниками, будут встречи с коллективами, значит, будут наши вечера, концерты будут. Ну и самое главное, мы еще раз заострим внимание, что аксаковы для нас очень дороги, и поэтому мы вот уже более 12 лет проводим вот такие экспедиции, которые оставляют память у жителей вот этих всех прилегающих и родных деревень.